Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Меня зовут Марина. Сегодня я хочу продолжить свою, показывать вам коллекцию косметики. И сегодня я вам покажу свои палетки для лица. Так что, любители декоративной косметики, продолжайте меня смотреть. Ну что, поехали, я вам начну показывать со своих старых палеток. Одна из моих стареньких палеток – это палетка для лица от Sephora. Очень хорошая палетка, достаточно качественная. Я ее покупала со скидкой у нас здесь на сайте. Достаточно интересная палетка, она и не яркая, и не темная. Здесь есть двое румян, хайлайтер и бронзер. Конечно же, буду делать вам свотчи. Вот так это все выглядит. Мне нравится эта палетка, и вообще, мне кажется, у Sephora достаточно хорошие свои бренды есть. Вот такая красивая палетка. Смотрите, какие здесь красивые румяна. Но вот этот цвет больше, мне кажется, как хайлайтер, чем румяна. В общем, есть у меня в коллекции палеточка от Sephora, и мне она очень даже нравится. Следующую палетку хочу вам показать. Это достаточно старенькая такая у меня палетка. Она, мне кажется, уже у многих есть. Это палетка от Revolution. Шоколадка их знаменитая. Bronze and Glow. Очень красивая, но здесь у меня поломалась крышечка. Не страшно, я думаю. Такой вот бронзер и хайлайтер. Здесь очень красивый бронзер. Он не режет, не серит. Вот прям золотая середина, как говорится. Ну и хайлайтер такой обычный, который есть у Revolution. Я думаю, все знают хайлайтер Revolution. Мне очень даже нравится. Хайлайтер такой немножко мягкий. И бронзер. Ну, красивая палетка. Тоже люблю ее. Запах, кстати, до сих пор сохранился в палетке. Пахнет шоколадом. Хайлайтер и бронзер. Вот такая есть у меня палетка в коллекции для лица. Также у меня в коллекции есть такая вот маленькая палетка от Physician Formula. Знаменитые их бронзер, румяна и хайлайтер. Это серия Муру Муру. Сейчас у них вышли новые. У нас они тоже есть в продаже, которые вот однушки, я имею в виду. Но они очень почему-то дорогие сейчас стали. Они 18 евро у нас стоят. Даже есть и по 20 евро, где продают. Я не стала покупать, думаю, это слишком дорого. Вроде бренд не люксовый, но почему-то цены очень-очень высокие. Здесь бронзер, румяна и хайлайтер. Палетка сделана в Китае, производится. Вот такие здесь шикарные цвета. Мягчайший бронзер, румяна и хайлайтер, который постоянно у меня разваливается, потому что он, как бы, у него качество такое вот, как желе, можно сказать. И сколько раз я восстанавливала, все равно вот так вот ломается этот рефил. Ну, думаю, все знают качество Physician Formula. Смотрите, какой здесь хайлайтер. Я обожаю этот хайлайтер, он очень яркий. Это самый яркий хайлайтер в моей коллекции. Хорошая палетка, но, к сожалению, я ее не могу брать с собой куда-то в путешествие, потому что, как вы видите, хайлайтер здесь разваливается. Вот такая палетка у меня есть. Также у меня есть такая маленькая палетка от Elf. Красивая палетка. Вот так она называется, гранатовая. Люблю палетки от Elf. Очень красивая тоже. Здесь, кстати, румяна немного шиммерные. Если вы видите, есть такой мельчайший-мельчайший блеск. Вот такие вот румяна и хайлайтер.
Очень красивые румяна и хайлайтер. Вот такая у меня красота есть в коллекции. Также у меня есть в коллекции палетка от W7. Очень красивый и достаточно качественный бренд, на мой взгляд. Мне нравятся палетки W7. У меня есть и тени, и палетка для лица. Эта палетка у меня Light Medium. Тоже очень красивые хайлайтеры. И я думаю, это не бронзер, а скульптор. Потому что у него есть, простите, такой серый подтон. Хайлайтеры очень красивые здесь. Смотрите, какая красота. Этот хайлайтер вообще шикарный. Он дуохромит. Вот такая вот красота. Кстати, бронзер немного, даже не шиммерный, а сатиновый. То есть бронзер. Мне кажется, как скульптор он больше. Смотрите, как блестят хайлайтеры. В общем, тоже люблю эту палетку. Хорошее качество у W7. Есть у меня также палетка от Seventeen. Это греческий наш бренд. Достаточно дорогой бренд, можно сказать, не бюджет. Но его многие хвалят. И я решила приобрести знаменитые палетки для лица и глаз. Вот такая красивая палетка. Здесь достаточно красивые румяна и бронзер. Бронзер немного режет, но очень даже красиво смотрится на лице. Мне понравилось. И румяна такие вот освежающие. Вот так они смотрятся. Очень красивые. Они матовые. Хорошая палетка, здесь очень красивые. Больше мне, конечно же, здесь понравились вот эти шикарные блестяшки. Давайте я вам их тоже покажу, потому что они просто восхитительные. Вот этот очень мягкий, и прям пальчик проваливается. Но качество этой палетки среднее. Мне очень даже нравится. Вот этот самый-самый мягкий и жирный такой вот цвет. Очень красиво смотрится на глазах. В общем, вот такая у меня палетка есть для лица. Как вы видите, она сыпучая и пылит. Также в коллекции есть у меня новинки, которые я приобрела совсем недавно. Это палетка от Catrice, от блогера Максим. Достаточно популярный блогер в Германии. Иногда я его смотрю. Он один из первых, кто обозревает новинки от Catrice и Essence. Девочки, палетка просто шикарная. Мне очень понравились здесь и хайлайтеры, и румяна. Просто восхитительное качество. Смотрите на эту красоту. У Catrice достаточно хорошего качества выходят такие вот палетки для лица. На мой взгляд, не знаю, как другим девочкам, но мне очень нравятся вот такие палетки от Catrice. У них сейчас вышла новая коллекция с Disney, но мне не нравятся совсем палетки
с Диснеем какой-то детский сад. Ну, говорят, что кому-то понравилось качество, кому-то нет. Но мне не понравилось, я покупать не буду. У них типа таких палеток вышли для лица. Вот, вот такая вот шикарная палетка. Здесь, кстати, есть зеркало. Хорошая палетка брать в путешествие, мне кажется, когда вы едете куда-то. Ну, хорошая палетка, мне очень нравится. И здесь достаточно большая граммовка. Здесь 28 грамм. Сделана она в Китае, веганская. Вот такая красивая палетка. И последняя моя новинка. Это от Essence. Тоже хорошая палетка. Ну, такая палетка, знаете, она нюдово-розовая. Много макияжев не сделаете. Но качество хорошее. Hux Teddies. Недавно у меня был обзор на нее. У меня теплая. Ну, и другой больше, кстати, и нету. Только в одном номере она вышла. Вот такая вот красивая палетка. Один раз я сделала уже макияж. Вот этот вот дуохромный цвет, он больше как топерный. Он передается только пальчиком на праймер, который от NYX для блестяшек. Вот. Ну, обыкновенные шиммеры. Здесь достаточно красивые румяна и хайлайтер. Хорошая палетка, нюдовая на каждый день. Румяна, хайлайтер. Вот такие вот румяна здесь. Ну, я не жалею, что купила эту палетку, мне она нравится. На каждый день самое то. Единственное, вот этот цвет замыливается, он самый красивый. В этой палетке. Давайте я вам тоже его покажу. Но он не будет виден прям так. Ну, когда вы на глаз наносите, конечно, он так не будет переноситься. Он как топерный. Розовый перелив есть. В общем, вот такие у меня палетки для лица есть в моей коллекции. Надеюсь, вам было интересно меня смотреть и слушать. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.